Как дешевле подключиться к электросети? Существуют ли упрощенные процедуры? На эти и другие вопросы ответили сегодня представители МОЭСК. На выездном семинаре в городе Видное они собрали предпринимателей. Ценная информация в помощь малому и среднему бизнесу в их повседневной деятельности. В основном, конечно, хозяйственной. Оптимизировать затраты хочется всем, но не все и не всегда знают, как это сделать. Семинар не только информативный. Энергетики говорили и о готовности диалога с администрацией района. Озвучили и свои проблемы. Самое острое из них – это обслуживание так называемых земель сельхозназначений, переданных под дачное строительство. Сегодня территории распроданы в частную собственность, разбиты на множество земельных участков. Собственники, которые распоряжались объектами, земли общего пользования оставили за собой, а теперь за присоединение к электросетям и водопроводу требуют огромную плату. Наверное, нам совместно с администрацией необходимо проводить работу по передаче электрических сетей, находящихся в частной собственности, на баланс ПАО «МАЭСК». Значит, в настоящий момент южные электрические сети, весь МАЭСК активно занимается консолидацией электрических сетей, потому что, как говорится в поговорке, пироги должен печь пирожник, сапоги точать сапожник. Не должны у нас частные лица обслуживать сети, которые обеспечивают качественное и надежное электроснабжение физических лиц, причем в массовых застройках. К слову, энергетики советуют и покупателям таких дач как можно внимательнее читать договорные документы, выяснять, что им продают – точку подключения или возможность подключения к электросетям.